Да что годить-то? Мы начали родить. Там была конфетка. Давай, еще и она съедала ее. Нам будет горе, да? Выпьем и нальем. Вот мне теперь не надо мучить. Мне теперь, теперь мне интересно. Сколько конфет? Я хочу узнать, все-таки. Куда-нибудь улетай. Тетка поди, да? Какая тетка? Чуть ли не мать, какая тетка. Вот мамочка. Сеть, аплодисменты. Мама, а я в нем. Ты что хлопаешь? Я его не знаю. А, сейчас представимся. Что вам больше всего нравится в юбилею? Давай еще что будет. Мне его лицо не видно. Вы выпили нет? Мы вам не наливали. Где у тебя было? Мы выпили. Мы не наливали. Я видал, вам никто не налил. А кто это вам говорит? Я налью. А что ты наливаешь? Ваша? Я нагоняю. Я вино пью. Вот это молодая чернокожая девушка. А с каким пивом можно сравнить юбиляра и почему? Женя. Женя, я водку не пью. Женя, не трогай. Я водку не пью. Ему сердечно. Ему сердечно, не знаю. Не знаю, кого и слушать. Сиди давай. Я не могу. У него есть командир. Жень, поесть командир, да? Мы не пьем. Ну понятно. Да, молодой человек, скажите вы, какие большие радостные события вам известны из жизни юбиляра? Я даже вино белое не могу. Они у него впереди. А все-таки какие были? Покупка квартиры, ремонт. Нет? Ну как, ремонт. А какой вопрос? Ремонт. События. Свадьба. Свадьба. Сказал свадьба. Да? Увидишь. Давайте сейчас увидим. Машину приобрел. А я тоже сказал, знаете, встреча. Да-да-да. Встреча, да? А что ты еще хочешь? Я даже... Познаем, чем закончим. Я даже, как бы, была... Свидетелем этого, да, и участницей этого момента. За Васеньку. Сейчас, одну минутку. Вот вы, молодой человек, попробуйте угадать мечту нашего юбиляра. Мечту? Да, о чем это он мечтает у нас? О деньгах. Наверное, Мерседес Бенц. Да, забыл, как назвать. Расскажи сам, о чем мечтаешь, что еще. Наверное, юбиляру надо ляльку еще. Гоба, чем занимаешься? Лежу на диване. Диван. Диван. Мечтает о диване. И растит авторитет. Да. Ну, то есть... Да. Витя Зачин пополнение. Профиль всех пойдет из Пензу. Конечно. И в Москву. А вот тете Клаве я хочу задать вопрос. Меня как звать? Какой вопрос вы всю жизнь хотели задать юбиляру? Какой вопрос? Да. Я только желаю ему жить долго. Вопрос. А вопрос какой? А какой тебя мучить вопрос к нему? Давай вопрос. Тебе вопрос. Задай вопрос ему. Вопрос тебе. Я какой вопрос мучить к нему? У матросов нет вопросов. Ниточку любил, да комбинат. Нет, это не вопрос. Ну ладно, хорошо, молодец, ну, Николай. Ну, давайте Вася был всегда счастлив с Ритой. С Ритой, правильно? Да, правильно.
правильно. Все правильно. А вот вы, пожалуйста, расскажите интересный случай, который произошел с вами и юбиляром. Ой, у нас тоже случилось. А я думаю, тоже случилось. Детстве сколько мы на коньках катались. Что было? Расскажите. Расскажите, давайте. Как мы перед домами строили с... Ведущий-то. Как ходили. Столом ужгли. Нет, не давали косить подсолнухи. Ну расскажи, расскажи. Долго рассказывал. Расскажи. Еще не жалко. Ты жалко. Что делать? Самый интересный случай. Продали такие железки, а муж ее возил эту силу на машине. Это был Женик. Ну мы причиняли, конечно, вред. Но люди не понимали, что это не будет. Мы жили как детство внучка. Вот мы здесь. Так будь рассказывать не юбиляр. Ну что за это? Признайтесь, пожалуйста. Вот как раз видите. Тебя, сейчас признаюсь. Рассказывайте и слушайте. Признайтесь в любви Беру, используя современный жаргон. Нет, тут как не мне касается. А ну что? Мы должны все в любом возрасте. Вася, я тебя люблю, когда ты поешь вообще. Играешь. Очень даже люблю, уважаю. Я даже пока не утверждаю. В современном жаргоне? Лида, Лида, вы к кем приходите? Сестра. Старшая. Старшая сестра. Да. Ага. Старшая сестра. Ну, старшая сестра есть? Да, молодежь спрашивает. Ну, все у меня есть. А как внуки бы вот так сказали бы дяде Васе? На своем жаргоне. Вася, вот, клево. Нет, уже не так. Мне нравится, когда ты поешь клево, да? Да, да. Аплодисменты всем. Не успели, значит, опоздали. Что делать? О, он еще есть, любимчик. Сегодня же праздник. У тебя? Молодец, молодец. Василий Васильевич, тебе Евгений. Не трогай. Не трогай, перестань. Никому не дам. Не дам. Нет, 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 Ну что, давай. Сначала выпить надо. Я еще кто-то налил, бабушка, нет, слушай, идешь.